Приближается долгожданный весенний праздник, 8 марта. Весна – это первые лучики солнца, это первое тепло, это первая зеленая травка и листочки. К сожалению, на севере мы не скоро это увидим, но так хочется. 8 марта каждая девочка, девушка, женщина хочет внимания. И не только в этот день. И всегда перед праздниками встает вопрос, что подарить. Однозначно 8 марта надо дарить цветы. Хорошо, если этот букет будет живой. Но если так получилось, что у вас нет возможности подарить живые цветы, вы можете сделать цветы своими руками. Вот такой прекрасный букет. Он не займет много времени и сделан из очень доступных материалов. Сегодня наш мастер-класс, посвященный предстоящему празднику 8 марта, для вас проведет художник Центральной городской библиотеки Маргарита Соловьева. Здравствуйте! Сегодня для нашего мастер-класса нам понадобятся ножницы, линейка, карандаш, клей-карандаш, двусторонний скотч, желательно вот такой вот узенький, и шпажки. Предварительно шпажку я покрасила акриловой краской. Цветная бумага. Достаточно двух листочков. Ну, теперь приступим. Мы взяли листок бумаги, цветной. У меня он двухсторонний. Складываем пополам вот таким способом. Потом был идеальный ровный. Потом берем линейку с карандашом. И отмериваем 1,5 сантиметра с одной стороны, с другой. Прочерчиваем. Теперь берем ножницы и делаем вот такие длинные засечки, как можно уже. Чем сделаете вы тоненькие, чем тоньше, тем лучше. Они получаются более ажурные и интересные. Вот такая лапша у нас получилась. Обратите еще ваше внимание, что лучше брать большие ножницы, чтобы резать прямо на всю длину. Так, теперь продолжим. Берем один лист. Вот так вот. Ставим его. Сейчас я посмотрю. Листочек подниму. И будем приклеивать в другую сторону. Вот так. Берем клей-карандаш. Проходим. И один нюанс. Проклеиваем не прямо, а чуть-чуть, сантиметр-полтора в сторону. Получается, он как бы здесь не сам начал, а там внахлёст. Вот так вот. Это проглаживаем. И получается у нас, смотрите, вот такой. Он слегка перекошенный. Слегка. Делаем точно так же вторую. Клеим вторую, не забываем, клеим чуть-чуть, отступив от края, чтобы получилось не ровно, а в сторону. Так. Вот у нас получились две таких заготовки. Сейчас мы берем двухсторонний скотч и приклеим его по всей длине нашего листа, от начала до конца. Так, лишнее отрезаем.
расправляем. Расправляем и идем снова. Довольно быстро она превращается. Обязательно придерживаем, чтобы у нас ничего лишнего не прикрепилось. Теперь мы его немножко расправим. Смотрите, какой цветочек у нас получился. Таких цветов вы можете сделать сколько угодно. Можете сделать целый букет. Можете сделать одну и подарить своим близким, родным. А можете просто сделать для интерьера. Творите вместе с нами.